Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 31 января 2023 год. Появилась информация о том, что в Украине польский язык могут включить в перечень предметов ВНО. Украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. Если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня, отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук. По ее словам, это позволит Украине интегрироваться в европейское пространство. Короче говоря, русский язык отменили, теперь у нас введут польский язык и в школах, и на экзаменах, и везде. Ну, западенцам, конечно, будет попроще, они и так польский язык знают лучше, чем русский. Вот. Ну, а что думают остальные граждане нашего государства? Это, конечно, интересно. Кто с Украины, пишите свое мнение в комментариях по этому поводу. Я на связи. Как будет появляться информация, сразу буду сообщать. До встречи. Всем пока.